Господи, ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе три раза приходил, за твое старание я тебе явился, а ты трижды меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Куда? Наследим уже мне. Ах ты, поросенок! Помню. О, ты, так это ты был? Господи, прости меня. Я не признала. А второй-то раз когда? А бомжа пропоицу помнишь? Тьфу ты! Пьянь! Все, иди! Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия... Две из посланий. Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня. Жаждал, и вы напоили меня. Алкал, и вы напитали меня. От Матфея глава 25. Господи, ну а третий-то раз когда? Ну а женщину с ребенком помнишь? Ишь на дождь выскочила! Иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и три раза принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь? Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешно. Не признала. Теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.